Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ по книге «Великий музей мира» Теодорих, святой Григорий Великий. Около 1370 года, дерево темпера 115 на 105. Цикл из 129 картин Теодориха – оригинальное явление не только в чешской, но и в европейской живописи 14 столетия. Впервые средневековый художник попытался столь конкретно показать особенности внешности и характеров святых. Вероятно, создавая данные портреты, он воплощал в них некоторые основные человеческие черты, наблюдаемые в жизни. Мастер снабжает отцов и учителей церкви сословными регалиями, книгами и пюпитрами для письма и чтения, то есть стремится охарактеризовать их как представителей определенного социального круга и профессии. Святой Иероним, переводчик Библии на латинский язык, облачен в красную кардинальную мантию и держит в руках полураскрытый кодекс в дорогом переплете. Оторвавший взгляд от разложенной на столе книги, Григорий Великий показан в папской тиаре. Чтобы индивидуальные черты были максимально видны, художник изображает лица в профиль и в трехчетвертном ракурсе, но их выражение его мало интересует, ведь он пишет не земных людей, а бесстрастных святых. Плоскость золотого фона подчеркивает объемность и пластическую мощь фигур. Не имеющие пространственной глубины, она как бы выталкивает их вперед, приближая к зрителю и одновременно монументализируя образ. Вот такое описание работы Теодориха, святой Григорий Великий, около 1370 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.